Мам, помнишь, ты говорила, когда мы переедем к Максиму, все останется как раньше. Послушай, некоторые обстоятельства изменились. Какие обстоятельства? Я же говорил, что они подружатся. Как ты вообще собрался ее воспитывать? Ты даже с ней не жил никогда. А почему ты такая злая? Ты здесь ненадолго. Они же не муж и жена. Ты станешь моей женой? Нет. Да. Может, она все-таки надолго. Ты же хочешь от меня избавиться, дорогая, не сестра? Что, если мы будем ими манипулировать? Мы их рассорим. Начнем? Начнем. Итак, за что женщины терпеть не могут мужчин? Предлагаю завести график дежурств. Завтра твоя очередь. Наш план потихоньку начинает работать. Пора бомбить. Ой, вкусно. Можно немножко кофе? Осталось нанести решающий удар. У нас офигенные дети. Может, что-нибудь подожжем в школе? Так, ты хочешь по разным квартирам разъехаться или по разным отделениям полиции?